Привет, друзья! Вы на канале Survivor, это Survivor is Invisible Strain. Як завжди дякую спонсорам на Ютубі та патронам на Patreon за підтримку. А решті глядачів дякую за лайки та коментарі під відео. Продолжаем выживать. Поехали. Итак, судя по данным, мы уже набили всей толпой 53 дерева, и этого вполне достаточно. Для того, чтобы немного прокачать нашей Пейтон стройку. Да. Давай, выходи. Ты, наверное, уже не будешь заниматься добычей дерева, а будешь заниматься ты стройкой. Так, давай-ка, выложи топор. Тебе он уже не пригодится. А вот так вот. Так, первое, что нужно сделать, это, наверное, наставить кольев или... Давайте, наверное, перестроим забор. Так, строительный набор. Давай сюда. Давай дерево. Так, а где дерево? Подожди, тут камень, камень. Вот дерево. А что тут делает камень? Подожди, я не понял. Я не совсем понял, что тут делает камень. А ну-ка, правила ящика. Ну, тут только дерево. Зачем там камень, непонятно. Так, раз. И... два. Вот так. Теперь берем древесину. И пойдем исправлять забор. Прошлое нападение зомбаков показало, что вот такие вот скошенные углы, они совершенно не юзабельны. Потому их нужно исправить. Так, давай строим. Забор, погнали выравнивать. Так, хорошо. Забор построили, теперь нужно удалить ненужное. А вот это вот. Так, давай, удаляй. Сносим. Сносим. И сносим. И, наверное, ты переставишь вышку. Давай поставим тут вот новую вышку. Вышка, вышка. Сторожевая вышка. Направим ее, наверное, вот так вот и направим. И снесем сразу вот это. Да подожди. Подожди. Снести. Вот. И теперь строим. Так, вышку построили, что у нас по стройке? А стройки у нас все еще недостаточно. Значит, давай тогда выкладывай строительный набор. Выкладывай строительный набор, бери лопату и пойдешь ставить колья там, где их не хватает. Так, берем, разворачиваем карту. Колья нужно поставить вот здесь, вот. Так, давай копать. И ставим колья вот здесь. Доставляем так. Давай-ка еще. Тут достаточно. Кольев не хватало вот где-то вот здесь. Вот как минимум одного колышка. И вот эта часть у нас не защищена. Тут тоже нужно наставить кольев. Тут нельзя поставить. А вот здесь можно. Так, еще вот так вот. И давай еще, наверное, поставим вот здесь вот. Эта вышка тоже была не защищена. Вот. Тут у нас колья есть, но вот тут тоже не хватает. Давай вот так вот. Все. Вот так нормально. Давай, занимайся. Ну, только не бегай. Делай это спокойно. Так, все. Прокачалась у нее стройка. Сейчас она докопает эти колья, и все. Дальше этим будет заниматься кто-то другой. Наверное, Петро. Так, осматриваем лопату сюда. И теперь даем тебе задание создавать селитру. Вот так вот. И еще активируем тебе задание создания стрел. Вот, все, занимайся, подруга. Так, дальше. Петро, ты добываешь дерево? Тебе не нужно добывать дерево. Забей. Тебе также нужно качать стройку. Потому давай, наверное, бери лопату и
стройколья. Топор скидывай, бери лопату. Так, добыча дерева тебе отменяем. Строитель тоже отменяем. А, подожди, строителя можно было не отменять. Давай. Создаем колья. Нужно защитить базу. Так, к нам там никто не идет. К нам идут белые зараженные. Слушай, вовремя я решил создать колья вокруг базы. Это было очень вовремя. Успею я или нет? Давай-ка, наверное, ты поторопишься. Это первое. Второе. Ты, наверное, пока что у тебя пауза по добыче дерева. Но тебе, в принципе, ходить никуда не надо. Давай-давай, поторопись. К нам идут белые зараженные, это очень опасно. От них вообще нет антигена. Если против красного вируса есть антиген, то против белого его уже нету. Потому всем нужно находиться на базе. Так, что там по карте? Они уже близко. Они уже близко, нужно торопиться. Как он так через забор прошел? Не, ну это, конечно, удобно, но то, что он проходит через забор, это удивительно. А там уже не смог, там ему уже нужно выйти за пределы. Понятно. Так, и еще осталось два колышка. Зомбаки еще не пришли. Надеюсь, Петро успеет. Так, хорошо. Закончили стройку. Прекрасно. Все, заходи внутрь. И будем ждать, пока придут белые зомбаки, белые ходоки и помрут на кольях. Так, лопату давай скидывай. Тебе лопата уже не пригодится. Наберем водички и будем наблюдать представление. Можно даже пока что зажечь костер. Давай. Так, где там ходоки? Но по чуть-чуть идут. По чуть-чуть продвигаются. Дождемся. Выходить за пределы базы я не хочу. Это очень опасно. И в каком городе мы были, что привлекли белых зараженных, я даже и не помню. Но где-то в каком-то городе, где водятся белые зараженные, мы побывали и тем самым там оставили следы. Ладно, придется подождать. Даже луки против них использовать не имеет смысла, потому что... Я думаю, что все 50 стрел могут уйти на одного белого зараженного. Так. Ты у нас спишь, да? Ты у нас спишь почему? Потому что, да, ты хочешь спать. Окей. Селитра у нас создается, я думаю. Ты у нас ждешь. Ты у нас ничего не можешь делать, ты у нас просто ждешь, пока ты сможешь добывать дерево. Ладно, подожди. Так, тут селитра создается. Здесь я ничего создавать не могу. Здесь тоже ничего пока что создавать не могу. Можно было бы, конечно, создать котелок, но у меня нету железа. Подожди, а есть железо? Есть железо? Давай ты... Нет. Ты просто пойди, посиди у костра. А котелок создаст Петро. Пошли, создашь котелок. Белые зомбаки, надеюсь, что все-таки помрут на кольях. Так, железо. Железо, сталь. У меня же должна была быть сталь. Подожди, я знаю, где она. Она вот здесь вот. Давай, забирай. Все четыре стали. Так, мне хватит одной и один уголь. И я смогу создать котелок. Да, поехали. Белые зомбаки уже почти пришли. Ждем. Просто дожидаемся. Кстати, вот здесь почему? Там где-то я колышки пропустил. Тут какое-то такое место, как будто нету одного колышка. Нужно будет проверить. Но это потом. Так, хорошо. Котелок готов. Прекрасно. Это пригодится нам, когда будем готовить более продвинутую пищу.
Пока что так. А могу я осмотреть? В костер ничего положить нельзя, получается, да? Ладно. Тогда будем котелок держать временно здесь вот. Но котелок у нас есть. Уже хорошо. Давай покушай. Еще попей. Набери водички. И возьми немножко еды. Так, еда, еда, еда. Два кусочка. Так, и что у нас, кстати, по параметрам? У нас все еще травма. Когда она пройдет? Может быть, обратиться к какому-то доктору? Кстати, строителя можно уже отменить. Окей. Слушай, ребята! А где там белые зараженные? Подожди, они что, расправились с белыми зараженными? Что? Так, они требуют от нас, опять же, 15 золота. Ну, давайте с ними рассчитаемся. Я заплачу золотом. Забирай. Да, опять же, он нагрубил. Как тебя звать? Давай, скажи, я тебя запомню. И все, до свидания. Кстати, а где? Где белые зараженные? Они шли вот где-то отсюда. Пойду-ка я проверю эту местность. Может быть, там будет... Они разобрались с ними, смотри, что творится. Они с ними разобрались, как... А что у них за оружие такое? Автоматы, что ли? Нет, это опасно, ребята. Против них выступать пока что не стоит, это точно. Я, конечно, одежду заберу. Все с них поснимаю. Но против этих рейдеров выступать не стоит. Это однозначно. Так, и еще один остается. Где он? Подожди. Да какой камень? Тут вот зомбак есть. Тут есть зомбак, дайте мне его. А, вот. Так, осмотреть. И забираем все. Да, опасные ребята, слушай. Хорошо, что тут были белые зараженные, и они мне показали, насколько эти ребята опасные. Я понял. Провинциальные вымогатели — это жестокие ребята. Так, охотника отменяем. Взяли и убили просто группу зараженных белым штаммом. Может быть, кого-то они там и заразили? Я проверять не хочу. Так, у меня куча одежды. Так, сюда мы скидываем только ботинки. Вот так вот. А все остальное мы просто скрапнем. Все остальное мне не надо. Монетки можно скинуть. Да, все остальное просто скрапаем. Немножко прокачаем стройку, опять же. 12 единиц одежды. Поехали. Так, окей. 24 тряпочки. Сколько у нас всего тряпок? 113. А сколько ниток? 5. Слушайте, чтобы заработать, можно делать, конечно, рюкзаки. Но для этого понадобится очень много веревок. А потому... Так, кто у нас занимается крафтом? По-моему, ты занимаешься крафтом. Так, селитру ты делаешь. Строитель у тебя. Стрелы, наверное, я тебе отменю пока что. Скорее всего, наделаешь, наверное, веревок. Или... Да, давай стрелы отменим. Наделаешь веревок. Так, подожди. Стоять. Осмотреть. Вот так вот. Строитель тоже отменено у тебя. Давай, бери тряпки. Где-то половину. 50 штук. И сделаешь нам 50 веревок. Доделай стрелы, так и быть. Так, селитра, стрелы. Отменяем. И давай создавай веревки. На все деньги. Вот так вот. Так, а Петру, наверное, нужно пойти и найти какого-то доктора, чтобы он его вылечил, потому что эта травма, она мне мешает и охотиться, и даже в ближнем бою она мне врежет эффективность. Нужно пойти, наверное, в это поселение, опять же. Там вроде бы у кого-то могут быть навыки доктора хорошие. Пойду посмотрю. Пойду проверю, вдруг повезет, вдруг меня вылечат.
Потому что эта травма у меня уже очень долго как-то. Прям непростительно долго. Так, это у нас рейдеры. Мне надо не к рейдерам. Обойдем их стороной. Мне вот сюда вот через речку, и здесь у нас живут мирные поселенцы. Так, мне нужно лечение. Мне надо, чтобы меня кто-то вылечил. Так, мы установили... Можно предупредить их о том, что мы установили ловушки. Так, ты у тебя есть? Я раненый, можешь мне помочь чем-то? А он денег захочет, да? Зараза. А, блин, я не могу себе этого позволить. Я не помогаю бесплатно. Мне тоже нужно заботиться о себе. Ты мне помочь не можешь. И продать мне сейчас нечего. Блин. Слушай, ну можно сходить еще в дальнее поселение. Попробовать здесь вот найти доктора бесплатного. Заодно, возможно, наберем кремния. Давай попробуем. А это что еще такое? Что за трупик? Рейдеры? Осмотреть. Стрелы. Топор. Так, ну давай все заберем. А вдруг там придется поторговать. Выпьем его водичку. И пошли дальше. Что тут делает рейдер? Наверное, пытался напасть на это поселение и не получилось. И возможно, где-то тут вокруг есть еще трупики рейдеров. Надо осмотреть. А вдруг? Да нет, походу ничего нету. Ну, я где-то вижу тут рейдеров. Пошли навестим. Глянем, что это за рейдеры. Если что, приведем к этому поселению и разберемся. И кто у нас здесь? Интересно, он выйдет или нет? Нет, он не выйдет. Ну, кстати, тут можно прибарахлиться нормально так. Вино, энергетики, еда, палатка и даже два журнала. Круто. Так, можно взять тряпочку, но не хочу. Так, а это кто? Белая зараженная, серьезно? Ну, давай попробуем. Посражаемся. Подальше отводим, чтобы остальные не услышали. И погнали. Так, забирай стрелы. Спасибо за стрелы. Что ж это за городок такой? Мне даже интересно. Так, там красные зараженные с белыми зараженными? Это что за бутерброд такой? Нет, там их слишком много. С ними я вступать в бой не хочу. Давай тебя обыщем просто. Заберем все, что у тебя есть. О, слушай. А эти машинки я чуть не пропустил. Тут даже энергетик есть. А здесь что? Здесь ничего полезного. Еще энергетик. Так, водичка неинтересна. О, еще антивирус. Но красного антивируса я пока еще не находил. И тут белые. Да что ж такое? Что вообще происходит? Неплохо вы так поселились тут. Я вам скажу. Давай, забирай. Так, это мы все обработаем. Стрелы заберу. Слушай, я замерзаю. Я замерзаю, ребята, мне нужно согреться. Давай поближе к костру. Так, греемся. Слушай, ты можешь мне подлечить? Ну, пожалуйста, да. Я лучше в этом деле, но мои услуги стоят недешево. Я хочу 12 золота. 12 золота? Так, я не могу себе этого позволить. Короче говоря, мне вначале нужно поторговать, наверное. А по кому они там стреляют? Ты стреляешь? Слушай, а по кому стреляешь? Мне даже... Нет, мне не интересно. Так, а ты можешь мне помочь?
Может, ты бесплатно поможешь? Я немного понимаю в этом, потому сделаю все, что в моих силах. Но надеюсь, это поможет. Как тебя звать, друг? Марко Дотсон. Мы Эрик и эти самые охотники. Понятно. Давай предупредим их о ловушках. Так, окей. Давай поторгуем. Так, у него есть буряк. У тебя 0 монет. Ты бесполезен в плане торговли. С кем бы еще поторговать? Может быть, с тобой? Так, как тебя звать? Эмми Берджес. Ужас какой. Как дела? Так, понятно. Это все неинтересно. Давай поторгуем. Да что все такие бедные? Но, по крайней мере, я могу тебе, например, продать топор. Купить семян. Так, а семена это какие? Семена это у нас подсолнечник. И семена огурца. Смогу ли я это все компенсировать? Давай попробуем. Так, давай штаны. Штаны, шапка. Ботинки я бы не продавал, куртка. Есть у меня ощущение, что не смогу это все компенсировать. Вино я продавать не хочу. Можно продать еду все. Чипсы. Палатку. А уже не помещается. Черт. Ладно, тогда просто отменяем. Нафиг. Торговать я с тобой не буду. Слишком у тебя все дорого. Так, а по ком вы стреляете? Скажите, пожалуйста. Пойду проверю. Тут рейдеры. Но я думаю, что ему кранты. Этому рейдеру. Там зараженные бегают. А где, кстати, зараженные? Где все стрелы? Так, можно вот эти стрелы пособирать. Так, а давай-ка попробуем этого рейдера. А, все, хана ему. Рейдеру хана. Понятно, а где все стрелы, интересно? Так, ладно, пока зараженные там. Давай возьмем отсюда антиген. Так, а меня вылечили? Нет, пока еще нет. Пока еще у меня травма. Давай натравим этих зараженных на базу. Пустите, пожалуйста. За мной гонятся. Так, интересно, они меня не убьют за то, что я привел к ним зараженных? У кого-то снайперская винтовка, судя по звукам. Нифига себе, тут ребятки живут. Вы слышите? А у кого? Подожди. У тебя снайперка? А что ты тут делаешь? Иди туда, там ты нужнее будешь. Жесть, ты не попадешь, чувак. Ладно, пусть разбираются. Я подожду у костра. Тем более мне холодно. Ну, все, закончили. Слушай, пойду пособираю стрелы. Смотри, все просто испещрено стрелами. Ну что, в ближайшее время я думаю, что мне стрелы создавать не придется. Сейчас я их наберу тут просто больше, чем надо. Так. Где зомбаки? Где-то здесь вот. Ё-моё. Жесть какая. 19 стрел. Осмотреть. Да, это был тот чувак. Так, попьем водички. Штаны заберу. Еще стрела. Еще 10 стрел. Что у нас тут? Это мы все заберем. Еще 6 стрел. Так, ладненько. Ну тут вроде бы как больше должно быть зомбаков. А ну-ка, давай-ка. Подтаскиваем их. Поднять. Так, это были все красные. Это тоже красные.
Так, тут больше никого не остается. Стрелы еще тут вот есть. Очень много стрел. Хотя ладно, слушайте, у меня уже места нету. Меня немножко подремонтировали. Подлечили. Я, наверное, гляну, что здесь. Я уже смотрел, да. Я отсюда все забрал. Так, попробую зайти в городок или не надо? Вот тут есть белые зараженные. Не привлеку ли я чего-то внимания из города? Так, забирай. Так, хорошо. Возможно, даже получится залутать городок с белыми зараженными. Так, ножки и головонька. Вот так вот. Так, что у тебя? У меня уже места нету. Я могу это все скрапнуть? Давай прорвем на тряпке. Так, разобрались. Давай, осматривай. Это мы тоже заберем. Что у тебя? Слушайте, очень много должно получиться рюкзаков. Так, отсюда я возьму только вот эту вот бутылку. Это я уничтожу. Не знаю, пластиковые бутылки ни для чего не нужны. И что у нас в этом городке? Есть тут еще зараженные. Городок вроде бы... Есть еще зараженные. Как минимум, вот. Так, и причем не все... Не все тут хромые. Нужно быть осторожным. Так, готово. А так, а на мою базу собираются нападать какие-то рейдеры? Что? Так, а ну секунду. Давай ты зайдешь... А вот сюда вот, в поселение, посидишь возле костра. Так, ты у нас занимаешься созданием веревок, ты у нас отдыхаешь. Давай-ка пока что... А, подожди, а что у тебя пауза для лесоруба? Не знаю, не знаю. И где у нас рейдеры? К нам двигаются двухзвездочные рейдеры. Что с ними делать, я пока не представляю. Так, давай-ка, наверное, Петро... Двигай в сторону нашей базы. Срочно нужно помогать девчонкам. Да потом поешь! Серьезно? Давай, давай. Погнали. Так... Ну, пока что они не нападают. А, нет, подожди, они что-то сжигают. Слушай, а что у тебя? Мачете. Давай, бери мачете. Сможешь ли ты им противостоять? Пистолеты? Что? У них пистолеты. Открой. Так. Одного нету. Тихо, 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 тихо. Спокуха. Да уходи. Уходи. Срочно. Так. У тебя нету чем лечиться. Давай осмотреть. Применить. Так, где рейдеры? А, подожди, а где твой напарник? А ну-ка давай, повоюем. Так, а что с тобой делать? Я даже не знаю, у тебя на голове ничего нету. Потому давай готовься к смерти. Нет, спокойно. Вот так вот. Так, давай еще применяй бинты. И осматриваем. Жесть, слушай. Девчонки справились сами. Это круто. Так, это стоит 3, весит до хренища. И где у нас пистолетник? Где у нас с пистолетом? Вот ты, да, зараза? От тебя больше всего проблем было. Так, разряжаем пистолет.
Так, вот эта вот дубинка мне не нужна. Мне нужен пистолет, вот это. Это мы все продадим или переработаем. Все, а вот это вот не надо. Ну и забираем стрелы. Отнесем это, этот мусор подальше от базы. Да, вот так вот. Стоило Петру уйти куда-то, и на тебе, на базу напали. Так, а что? Где Петро? А, ты уже пришел на базу? Ты вовремя? Ты, блин, черт возьми, вовремя. А, ладно. Давай, отремонтируешь броню, которую мы нашли. И нужно будет, наверное, Пейтон тоже дать брони, потому что она сейчас получила, по-моему, довольно-таки много урона. А была бы она в броне, этого бы не было. Так, окей, давай-ка обменяемся вещами. Так, на тебе вот это. И... А, и все, да. Пока что надевай это. Вторую, остальную броню возьмешь в ящике. Так, ну все, пока что все. Скидываем одежду сюда, броню, одежду. Вот это. Так, и... Ботинки. Так, это пойдет на продажу. Вот это на продажу. Очки, я даже не знаю, у нас у всех очки есть. У тебя очков нету. Надевай очки. Так, семена. Семена сюда пойдут. И остальное можно скрапнуть. Эти штаны не... Ну, как не защитные. Не камуфляжные, потому их можно чистой совестью скрапнуть. Так, еще можно скинуть, наверное, патроны. Пистолет... Коктейль Молотова, и все, да? Топор тебе пригодится, ты занимаешься добычей дерева. Так, сюда мы скидываем контейнер. И па-па-па-па-па-па-па. Это можно скрапнуть. Так, хорошо. Осмотреть. Это сюда. И на продажу у нас пойдет рюкзачок. Шапка и рюкзачок. Вот и все, что у нас пойдет на продажу. Подожди, а не может такого быть. Было же больше одежды. Подожди, вот тут рюкзаки тут не должны быть. Дальше. Брони 3, 3, 2 шлема. А, да, тут лишнего ничего нету уже. Ну ладно. Значит, сюда пойдут только рюкзаки лишние. Окей, 10 стрел. Давай, наверное, возьми себе стрел еще. Ну, давай вот как-то вот так вот. Пусть будет. Так, ты вся в броне. Продолжай добывать дерево. Так, ты у нас делаешь всякое полезное. Петро у нас спит. Слушай, Петро, у тебя аптечки есть? Иди-ка сюда. Так, во-первых... Не тебя нужно подлечить, а нужно подлечить вот тебя. У тебя, по-моему, больше всего повреждений. Так, подожди. У нее очень сильные повреждения, но она почему-то не хочет лечиться. Странно. Ладно. Она даже не перебинтована. Я не знаю, как это работает. Окей. Так, у тебя что бесполезное? У тебя лишнего в рюкзаке. Куча... Куча обуви. Так, вот так вот, куртки мы просто скрапнем. Штаны мы тоже просто скрапнем. Окей, шапка на продажу. Шапки пойдут на продажу. Раз и два. Это тоже на продажу пойдет. Так, пустые бутылки нет. И все, больше на продажу ничего. Топор еще на продажу можно. Да. Все, остальное скрапаем. Так, готово. Скрапнули. И можно выложить теперь. Выкладываем винишко. Выкладываем бутылку. Так, тряпки. Журналы. Семена. Еда. А, так, один кремний. Да, можно выложить. И вот это тоже выложим. Все, вроде бы ничего лишнего нету. Вроде бы нету. Так, ты без брони. Тебе она не нужна. Кстати, метку уберем. И что там? Когда я уже выздоровлю? Я не понимаю.
сколько это будет длиться? Мне нужно поспать, наверное. Основательно поспать, скорее всего. И потом только можно будет идти на охоту. Так, тут мы угол переделали. Что еще можно построить? Можно, конечно, заранее построить курятник и прокачать немножко стройку. Почему бы и нет? Все-таки курей мы нашли где покупать. Это вот здесь вот куры водятся. Хорошо, и все равно стройку придется качать. Да и время нужно как-то убить. Потому давай, наверное, бери строительный набор и организуем где-то под курей курятник заранее, пока не наступило лето или весна. Так, подожди, не здесь строительный набор, вот здесь вот. Так, ну и давай пообщаемся с девчонками. Надо их, наверное, похвалить за то, что они справились. Как дела? Иногда мне бы не помешало бы промочить горло хорошим крепким напитком, чтобы отвлечься от того, что происходит. Хотелось бы чего-то качественного, хотя это все труднее найти. Да, не вопрос. Слушай, у меня тут есть прекрасное вино. Где оно? Вот это вот. Я хочу тебе подарить вино. На. Отвлекись, потому что ты хорошо сражалась с рейдерами, ты заслужила. Как самочувствие? Кто-то сильно поранил тебя? Ты нашел время поговорить со мной, и мне это нравится. Кто-то сильно... Опять же, почему эти фразы повторяются, не знаю. Говорит, было и лучше. Ну, окей, хорошо. Вино мы тебе подарили. Что ты по мне думаешь в целом? Ты подарил мне действительно уместную вещь. Ты нашел время поговорить со мной, бла-бла-бла. Ты отступил, когда Мэтт угрожал тебе. Ты достигаешь своих целей, и мне это нравится. Ну, окей, теперь нужно поговорить с Пейтон. Ты где, Пейтон? Вот ты где. Как дела? Я ищу новые книги для чтения, что-то про Темного Лорда и Тайную Карту. Это фантастика, если что. Так, ну, ты знаешь, у меня для тебя есть подарок. Пошли со мной, следуй. Так, и вот тут у нас игра дает подсказку. Для того, чтобы переключаться между персонажами, которые находятся в состоянии исследования, нужно нажать Т и Y. И лучше нажать, потому что игра не отстанет. Так, тебе нужна фантастика. Фантастика. Давай вот этот возьмем. И тебе подарим. Вот, держи. Это очень уместно, спасибо, говорит. Так, давай еще раз пообщаемся. Рейган Шепард постоянно к тебе пристает. Ты нашел время поговорить со мной, мне это нравится, говорит. Кто-то сильно тебя ранил, понятно. Жизнь продолжается. А что ты обо мне думаешь? Ты улучшил лагерь сообщества бешеных какими-то постройками. Ты успокоил несколько мародеров, я уверена, что навсегда. Ты отступил, когда Райли угрожала тебе. Ты достигаешь своих целей, и мне это нравится. Ну, короче говоря, вроде как отношения развиваются. И хорошо. Так, я хотел бы построить... Подожди. Все, не следуй за мной. Занимайся своими делами. Кстати, чем ты занимаешься? Ты все еще создаешь веревки, да? Или нет? А, ты веревки уже все создала. Я тебя понял. Так, тогда знаешь, что делай? А сколько у нас? 50 веревок? Давай ты будешь создавать, наверное, рюкзаки. Создавай, наверное, рюкзаки, пока не закончатся черные ботинки. Сколько нужно для того, чтобы создать средний рюкзак? 2 ботинка, 4 веревки. 4 веревки. А, давай, наверное. Возьмем все ботинки. Черные. Насколько хватит. Так, вот это можно выложить временно. И места еще будет много. Так. Забираем все черные ботинки. Хотя вот все, наверное, не стоило. Мне как минимум 3 ботинок понадобится, когда погода станет потеплее. Вот. Берем теперь тряпки. Абсолютно все, которые есть. И максимум создаем рюкзаков. Так, средний рюкзак. Сколько рюкзаков получится? 5. Давай, создавай.
Вот, так, Петро у нас спит, а не должен спать. Ты должен строить курятник. Где мы поставим курятник? Ну, я думаю, что где-то вот возле туалета, наверное, и поставим. Где-то вот здесь вот можно поставить курятник. Так, давай построить. Да, тут самое место. Так, курятник, курятник. Да, вот так вот он выглядит. Разворачиваем. Ставим вот так вот. И рядом сразу же построим поилку. Или, короче, кормушку. Где у нас кормушка? Кормушка, кормушка. Вот она, подожди. Вот кормушка. Поставим ее как-то... Давай развернем. Вот так вот поставим. И, наверное, еще нужно поилку поставить. А поилки у меня пока что нету. А давай сделаем. Я могу сделать поилку, чтобы не искать и не ходить за ней. Заодно прокачаем стройку. Так, поилка. Один уголь и одна сталь. По-моему, у меня есть все ингредиенты. Так, один уголь. И одна сталь. Да, сейчас будет поилка. Так, создавай поилку. Что у нас по карте? Опять к нам движутся белые зараженные. Да где вы все беретесь? Надеюсь, вас там встретят какие-нибудь рейдеры, и вы с ними подеретесь. Это уже вторая группа. Сколько еще будет? Слишком часто белые зараженные к нам бегают. Так, поилка почти готова. Хорошо. И сразу же ее установим. Где-то поставим, где-то здесь вот. Давай-ка разместить. Разместим ее где-то, ну вот здесь вот, я не знаю где. Давай тут вот. Ну, вроде бы нормально. Вроде бы нормально, она ходить не мешает, потому пойдет. Так, продолжаем стройку, но Петро хочет уже очень сильно спать, потому вначале, наверное, отправим его спать. А стройку он продолжит, когда выспится. Так, давай посмотрим, ты у нас занимаешься добычей дерева, ты у нас делаешь всякое полезное. Ну и рюкзаки потом пойдут на продажу.